Так, это у нас уже, собственно, обзор посылки, все уже распаковано, я сейчас все покажу в отдельности. Значит, ну, тут у нас на фоне получается куча запчастей, это все запчасти, очень нужные, очень важные, в основном шины, конечно, в основном шины, но есть что-то по подвеске, что-то там по всяким мелочам, вот, в основном шины, мотор X-Speed, мотор Eco, что-то там, короче, типа мотор для юниорской лиги с соревнованиями NZ. Вот. Ну, такое, по мелочи, но нужно, действительно нужно. Дальше, это у нас получается мини-зетная RX-7 с рисунком строения мини-зет. Это копия с настоящей машины, но у меня она сильно убитая, она, вы ее в продаже, скорее всего, не увидите, потому что, ну, мне стыдно за такое брать деньги, она прям вот взорванная, скажем так. Единственное, в чем ее плюс, у нее есть сменные закрытые фары, я ее взял для себя. Потому что, ну, за такое деньги брать, ну, она редкая, да, вопросов нет, но вот это вот все, вот это ужасно. Вот. А дальше. А4 DTM. Поскольку посылка ехала полгода, уже она нахрен как бы и не нужна. Это А4. Так, LM. LM-ное шасси со стоковым мотором. Там амортизатор есть. И LM-ный Porsche. Шикарная модель. Про шасси я вам рассказывал. Вот LM-ный, собственно, кузов. Выглядит офигительно. Вот этот стопачок по центру мне очень понравился. Так, едем дальше. Лиса совершенно тоже уже не актуальная, не нужная. Ну, останется при мне, получается. Почему не актуальная? Потому что полгода назад она мне была очень нужна, срочно, вот эти две машины. Сейчас уже никому ничего не надо. LM-ный, я его там замацал уже. LM-ный Mercedes, очень красивый. Не вскрывался. И я ее не вскрываю, как и эту машину я их не вскрываю, потому что на них еще пломбы стоят. Что-то мне как-то стрёмно. Вот. ГТРчик. Брал для себя. Думал, он розовый, он красный, он чисто красный, но переливается еще немножко. Он в идеале. Дальше. Такой у нас есть. Челленджер. Так. Серый, сверху черный мат. Шикарно выглядит. АВД под базу 98 мм. Офигенная машина. Очень красиво. Топор Civic Type R. Красный. Именно красный, не розовый. Сейчас что-то камера розовый передает. Ну вот, он темно такой. Ну не темно. Ну короче, просто обычный красный цвет. ФВД. База 98. Я думаю, на... вот. Вот это его цвет. Вот это его цвет, ребята. Выглядит бомба. Не открывался даже, ничего вообще. Дальше Overland. Тележка просто отдельно лежит, надо собрать. Вот, у Overland заметил, что коробки намного больше по высоте, чем у обычных машин. Это Toyota Harrier, она же Lexus. Я сниму, поставлю на шасси, потому что у меня, на... даже паспорт оверлендовский. Просто у меня на Overland нет нормального кузова в нормальном состоянии. Теперь он у меня есть. Вот, вот такой. Дальше. Уникальная вещь. Уникальная тем, что это ранние выпуски МР-ки. Вот. И шаська там уже внутри бокса получается. Вот это японская полиция. GTR-34 японской полиции. Шикарно выглядит. Вот это сочетание цветов. Это просто бомба. В люстру можно вставить светодиоды. И шасси там уже внутри. При этом все, он не вскрывался. Вот пломба. Вот пломба. И вот. То есть... Запихали, закрыли. Вот тут к нему, короче, в коробке есть вот все там принадлежности. Вот это все получается от него. Там пульт, коробка и так далее. Вот. Шикарная вещь. Вообще очень классно выглядит. Я поначалу, когда его брал, думаю, что я натворил, зачем он нужен. Но, ребята, это супер. И, собственно, гвоздь программы. Нужно ли называть что-то, какие-то, я не знаю, там... слова произносить или и так все понятно. Вот. Не знаю, успею ли я обзор на него сделать, но, короче, он есть. Он есть, и он вот такой. Больше всего диски понравились. Шикарно. Шикарный внешний вид. Диски такой вообще. Ну вот. Вот так. Все, ничего не забыл, надеюсь. Вот такая посылка, очень жирная посылка. И, увы и ах, к сожалению, обидно, но так получилось, что она была в пути полгода. Ничего с этим уже не сделаешь, но оно уже все у меня. И все, кто там, может, что-то ждал, может, кто-то что-то хотел, вот сейчас есть вот эти вещи. В том числе и запчасти. Запчасти очень важны, очень нужны.
Ну и все, это тут у нас пустота. Все, на этом все.